9 часов утра, будний день. На станции Расторгуева многолюдно, час пик в самом разгаре. Пассажиры торопятся успеть на электричке. Кто-то бежит по мосту и платформе, а кто-то, минуя турникеты, идет напрямую по железнодорожным путям. Очень часто такая спешка заканчивается для них весьма плачевно. 14.06 произошел смертельный случай. Погиб молодой человек. 2001 года рождения. Когда находишься в пределах РЖД инфраструктуры, нужно быть очень внимательным и соблюдать правила. Как правило, на железной дороге инвалидов не остается. Это всегда смертельные и несчастные случаи. Это очень страшно, потому что, несмотря на все профилактические вот эти мероприятия, народ продолжает нарушать. И это уже третий смертельный случай на железнодорожных путях в Ленинском городском округе с начала года. Увы, находятся лихие головы, готовые рискнуть жизнью ради пары минут или сэкономленных 200 рублей. Не останавливают горе пассажиров ни опасность попасть под несущийся поезд, ни штрафы. Это является административным правонарушением. Это часть 5 статьи 11.1 Кодекса об административных правонарушениях. В данном случае, если несовершеннолетний, гражданин, не достигший 18 лет, он доставляется в отделение по делам несовершеннолетних. Решение о наказании данного несовершеннолетнего принимается только комиссией по делам несовершеннолетних. Совершеннолетних же нарушителей стражи порядка доставляют в дежурную часть, где после оформления выписывается штраф. Администрация муниципалитета совместно с транспортной полицией регулярно проводит профилактические рейды на станциях, где не устают напоминать людям о правилах безопасного поведения на железной дороге. Я надеюсь, вы это понимаете, не нарушаете, переходите только в строго установленных местах. Я всегда пытаюсь как-то соблюдать безопасность, потому что риски, скажем так, не стоят жизни. Если нет никаких вариантов, конечно же, лучше какой-то другой вид транспорта тогда для себя избрать, для того, чтобы добраться безопасно. Также ведется регулярная просветительская работа в образовательных учреждениях. И это приносит свои плоды. Смертельных случаев на железнодорожных путях все же становится меньше. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.